Я думаю, что интересно в игре то, что каждый из студентов вышел из аудитории и вышел за рамки своих, знаете, студенческой жизни и может себя уже демонстрировать как будущий руководитель образовательной организации. Для меня интересно проанализировать ситуации, к которым в работе мы обращаемся достаточно редко. Здесь задают такой тон, когда ты начинаешь экстренно и неординарно для себя мыслить и выискивать какие-то решения, которые в рабочем режиме не способен. Безумно нравится, и правда, такое очень интересное погружение в управленческие команды, и мне кажется, для ребят это потрясающий опыт ощутить себя настоящей управленческой командой школы, примерить на себя разные роли, прочувствовать вот эти задачи, которые ежедневно управленцы решают в своей жизни. Здесь мы можем посмотреть и их стратегические навыки, и то, насколько они умеют владеть собой, владеть своим временем, насколько у них развиты коммуникативные навыки. То есть действительно игра выстроена таким образом, чтобы вот прощупать все те компетенции, которые необходимы руководителю. Уже не первый год принимаю участие в деловой игре «Осознанный выход» в качестве внешнего эксперта. Это всегда очень интересный опыт, потому что, с одной стороны, интересно наблюдать за будущими лидерами московского образования, о том, как они решают максимально приближенные к нашей реальной жизни ситуации, как они проявляют свои лидерские качества, как они видят школу будущего. И, с другой стороны, интересно посмотреть на тем, как меняется инструмент оценки гибких навыков взрослых людей. И, конечно же, всегда это великолепная организация самого мероприятия.